спасибо, Даша. Сегодня, да, презентует книгу Маша и ее ужасы жизни, то есть мы. Значит, и начать мы хотели с небольшого такого контекста, чтобы не сразу переходить к книге, а чуть-чуть, может быть, рассказать, если кто не знает, кто такая Маша. Ну, не начинать с самых первых дней ее жизни, а достаточно просто такую небольшую литературный путь, такую маленькую писательскую биографию. И особенно это просто любопытно, потому что она чуть-чуть связано, ну, может быть, не сразу, но все равно мы расскажем через нашу призму, потому что эти вот пути, Машин путь и наш, он казался таким, ну, каким-то удивительным образом связан. Вот, потому что вот в 2019 году, значит, где-то в начале осени, в конце лета, я уж точно сейчас не помню, но, в общем, мы узнали о том, что выходит первый номер журнала под названием «Незнание», и это стало таким большим, ну, конечно, локальным, но для нас большим локальным событием. И вот в этом журнале мы прочитали рассказ под названием «Санта-Дыня», который вы можете прочитать также в этой книге. Вот. И этот рассказ нам, я думаю, запомнился сразу же своим стилем и своим... В общем, он не был больше ни на что похож, ни на что другое. И вот так вот мы познакомились с Машей как с писательницей. Потом так вышло, что мы сами запустили свой проект литературный, онлайн-вебзин, значит, «Автовирус». И тоже, конечно же, мы вдохновлялись «Незнанием», журналом «Незнание», который, кстати, также связан с этим местом, потому что второй номер журнала «Незнание», его презентация происходила вот прямо здесь, в этом месте, в центре Вознесенского. Вот, и Маша там тоже была, если я правильно помню, да-да-да. Вот, и вот так вот мы шли, еще не были даже вот знакомы хорошо лично, но уже знали ее как писательницу. А потом, вот, да, когда мы запустили свой проект, она прислала нам свой текст. Значит, мы его опубликовали. Ну, сначала, да, мы очень радовались, что Маша нам его прислала. Значит, потом мы его редактировали. И через редактуру произошло знакомство, по крайней мере, мое с Машей, потому что это, мне кажется, да, наверное, впервые я познакомился с человеком, редактируя его тексты, потому что мы, можно сказать, начали переписываться уже в этих комментариях. Вот, ну, в общем, чтобы, да, все-таки не слишком долго это все рассказывать, такое просто показываем, как наши пути, значит, связаны и почему для нас это очень важный день, очень важное событие участвовать в этой тоже презентации, дискуссии. Вот, и такой первый вопрос, ну, для разгона, что ли. Вот мы вспомнили вот эту такую краткую биографию, ну, то есть всего лишь, ну, 3-4 года назад, да, и как бы вот, то есть, ну, не, вроде бы не так давно, но, с другой стороны, сейчас все так меняется, и уже многие там, ну, там, могут поменять, все может поменяться буквально за год, как мы знаем. Вот, и такой вопрос, а вот, хотя, да, мы знаем, что вот рассказ «Санта-Дыня», он здесь напечатан, но все равно чувствуешь ли ты, как что-то изменилось в тебе как писательнице, в тебе как в человеке за вот этот вот небольшой, ну, а может быть, и большой период времени. И если да, если что-то изменилось, то как? Вот, то есть, ну вот, как бы ты, может быть, охарактеризовала вот этот свой краткий путь от первых напечатанных рассказов к вот этой первой книге? Вот. Ну да, или не краткий, да, или вот как бы ты его характеризовал? Он краткий или не краткий? Да, реально, Гош, он не краткий. Ну, то есть я начинала свою карьеру в театре сначала и писала там экспериментальные пьесы. И уже потом я решила, нужно заниматься чем-нибудь более интересным, чем пьесы, которые никому не понятны и про которые знают 3 человека. Я решила, теперь нужно, чтобы знали 4 человека, вы.
Ну, мне кажется, я начинала более абстрактно, и мои тексты были герметичными и недоступным в каком-то смысле. И я вообще не думала, что это к чему-то приведет, потому что однажды я написала текст и подумала, о, его сейчас все уничтожат, и я никому его не показывала месяц. И потом я показала его, и все такие, вау. И я поняла, что это не ужасный текст, а стиль. Ну и, конечно, да, я стала пытаться быть более доступной и вплетать какие-то важные темы в свои тексты, потому что, ну, Санта-Дыня, с одной стороны, это текст про потерю, с другой стороны, нет. И сейчас я учусь писать больше и смешнее, но... Оказалось, что я всегда смешно пишу, я и не знала об этом. Я думала, ну, типа, каламбурим, но не больше. Вот. Первый вопрос от меня будет всеобъемлющим. Я не знаю, как ты относишься к таким вопросам. Он, в принципе, про сборник «Ужасы жизни». Про то, как он писался, нам показалось логичным начать с этого вопроса, за которым последует вереница небольших вопросов. Но расскажи, пожалуйста, про создание, как тебе пришла в голову идея написать сборник рассказов, такой не самый популярный жанр, не самый любимый в книжной индустрии, не самый коммерческий, мы все знаем это отлично. Вот, расскажи, пожалуйста, про это, потом я задам дополнительные вопросы к этому всеобъемлющему вопросу. Как известно, вам уже известно, мне очень нравится писательница Шила Хэти, и ее самый первый текст — это сборник рассказов. Я не читала ничего из нее, но я увидела ее карьерный путь и решила, мне тоже нужна именно такая карьера, и поэтому... Я долго думала между тем, чтобы моим первым опубликованным текстом был роман цельный, но я поняла, что его надо еще писать много лет. А рассказы у меня уже были написаны некоторые, и в итоге я просто собрала их в сборник. Ну, как бы у меня было 2 или 3 рассказа, и остальные я дособирала. Я с тобой это обсуждала, кстати, однажды мы еще тогда не дружили, я написала тебе, что мне нужна с тобой деловая встреча, и мы с тобой встретились, и я спрашивала у тебя, что мне дописывать, сборник рассказов или роман, и я не помню, что ты ответила. Ты сказала сборник рассказов, и я просто послушалась тебя, потому что я очень послушный человек. Да нет, нет, я не поэтому задала этот вопрос. Маш, скажи, пожалуйста, вот мы знаем твои многие рассказы, другие, которые не вошли в этот сборник. Ну, не то чтобы многие, но есть такие рассказы. Было ли тебе сложно исключить их? И как ты вообще собирала композицию и работала над тем, чтобы это встроилось в какой-то общий ряд рассказов? Было ли это сложно? Может быть, тебе помогала редакция? Я тоже, если честно. Я не знаю, что вы видели такого. Но я текст в автовирусе не вошел. Не вошел еще один текст, который просто какой-то странный. Ну, в общем, на прочтение это. Зачем вы вообще говорите про это? Там очень плохой текст. Это мой самый первый опубликованный текст, и. Там не сработала моя внутренняя цензура, и я была реально другим человеком, и надеюсь, когда-нибудь я смогу удалить его оттуда. Да. Вот. Я собирала просто по принципу, если есть что-то магическое, оно есть не во всех моих текстах, просто собрала все магическое, кроме текста на прочтение, потому что я хотела его переписать, но я поняла, что надо новый текст писать, и решила, нет, я не хочу. Композицию, почему
Ну, мне кажется, из-за того, что это автофикшн, я отталкивалась от времени, реального времени. Там самый первый текст отсылает ко мне 14-летний. И дальше все старше и старше. И поэтому самый последний текст — это большой текст про потерю друзей. Он совсем недавно написан, потому что друзья стали теряться совсем недавно. Маша, вот интересно, почему именно это словосочетание «Ужасы жизни» стало названием книги? Вот у тебя там встречается оно в тексте «Кошки-хорошки», да, и ты говоришь, что ужасами жизни была учеба в университете. Может быть, есть какие-то еще ужасы в этом сборнике, которые ты могла бы выделить? Ну или просто рассказать, почему ты решила именно так назвать этот сборник? Вообще слово «ужас», оно довольно известно. Оно есть в разных словарях. Но просто, мне кажется, часто я в переписке его использую. Это прям какое-то характерное для меня слово. Ну, может быть, для каких-то еще людей, но в том числе и меня. И вам нужно посадить любого, вообще неважно кого. Теперь ужасы жизни произошли и происходят дальше. На названии и... Ну да, ужас. Это было... Это был пример ужаса. Все так. И из-за того, что я все время использовала это слово в переписке, возможно, однажды я так и написала про что-то, ужасы жизни, и у меня есть самая близкая подруга, Оля Тараканова, она мне сказала, а назови так книгу, и я назвала, так как я послушный человек, и я все делаю, как мне скажут. Что забавно, я вот уже после того, как я узнал о названии Машиного сборника «Ужасы жизни», я в каком-то таком историческом телеграм-канале увидел, что так называлось до революции в разных, причем, по-моему, газетах, так называлась рубрика про какие-то вот странные происшествия или про какие-то убийства. Вот, и прямо я несколько этих ужасов жизни послал Маше. Она оценила, да, в общем-то, прямо таким капслоком написано «Ужасы жизни» и какое-то описание какого-то, ну там, кстати, про что-то, ну про войну, естественно, да, вот, то есть такой прям вот хардкор такой, хардкор, да. Сейчас будет вопрос про жанр, их никто не любит, но мы были обязаны спросить. Я думаю, уже все сказали, что ты пишешь магический автофикшн. Я не знаю, кто был первоисточником или первоисточницей этого определения. Света Лукьянова, да. Поблагодарим Свету Лукьянову. Вот, но... Да. И я хотела спросить, да, у меня передо мной стояла задача придумать вопрос про жанр, и я справилась с этим плохо, но я подумала, что мне интересно, это что, как, в общем, спросить про твою больше, наверное, писательскую стратегию, когда ты работаешь с текстами, все-таки что приходило первым, когда ты писала? Это была какая-то история, которая случилась в реальности, и ты такая, мне нужно о ней написать, я хочу о ней написать, и потом на нее нанизывались какие-то магические образы. Или наоборот, ты сначала думала, что я хочу написать про драконов, я хочу написать про аквариум, и уже подстраивала это под какие-то истории. Или это все вместе? Я, скорее всего, наверное, все вместе. Может быть, это глупый вопрос, но я хочу спросить. Конечно, сначала была история. И вообще, если не было какой-то истории, если я ничего не могла вспоминать, у меня была с этим проблема.
я не могла ничего писать. То есть сначала нужна история, а потом я такая, какая скучная история, давайте добавим туда, чтобы ты не ожила, или что-то еще такое. Но изначально просто там реально спели продавцу дынь, и он дал нам дыню, и мы пошли за есть дыню в лес. Как раз ехала сейчас в метро и перечитывала этот рассказ, потому что последний раз я его читала, в общем-то, в незнании, когда номер вышел, и я подумала, да ладно, но не пели они продавцу, типа вот это явно, здесь уже начинается магия. И мне кажется, это очень интересно, что мы не всегда можем понять, как бы когда она уже стартует, потому что все это очень сильно пересекается, магия и жизнь, в ком-то больше магии, видимо, в тебе больше магии, потому что я бы постеснялась очень петь продавцу дынь. Вот. Но ты вообще, знаешь, есть вот этот любимый вопрос, когда говорят про автофикшн, типа сколько соотношения вымысла и реальности в вашем тексте в процентах? И вот примерно в процентах у тебя сколько магии, а сколько антимагии или реальности? Можно врать. Пожалуйста, про каждый рассказ в процентах. Волшебный лес материнства. 40 правда, 60 вымысел. Санта дыня. 20 правда, 80 вымысел. Кошки-хорошки. 10 правда, 90 вымысел. Экспедиция. 25 правда, 75 вымысел. Нет, неправильно. 75 вымысел, веселая компания, 3% правда, 97 вымысел, плюс 1, 45 правда, 55 вымысел, рыба моей мечты, 60 правда, 40 вымысел, драгонеты, 5 правда, 95 вымысел. Ну, может, драгонеты я соврала. Мне кажется, из вопроса про жанр вытекает логичный вопрос про прототипы. Мне хочется поговорить с тобой об этом. Там, да, подсказка тебе нужна. Вообще, мало кто знает, но в этом сборнике есть персонажи, прототипами которых явились мы, насколько я знаю. Кто отгадает, тому приз. Мы не будем. Кто, может быть, уже читал этот сборник. И вообще, я недавно разговаривала с одной авторкой, и она сказала мне, что она всегда использует имена реальных людей в книгах. И она очень просто это объяснила, что все должно быть правдиво, и люди должны отвечать за свои слова и поступки. Скажи, пожалуйста, какое у тебя мнение на этот счет, и как ты, может быть, пытаешься обезопасить своих прототипов в книгах или не пытаешься? Как у тебя отношения потом складываются с теми, кому не понравилось, как ты их интегрировала в рассказы? И были ли такие случаи? Но из-за того, что я сейчас сказала в процентах, сколько правды, сколько фикшена, то мне кажется понятно, что очень сложно найти себя. А там, где можно найти себя, я почти со всеми согласовала. Почти. Ну вот Санта-дыню я со всеми согласовала. Кошки-хорошки, там, ну, просто не с кем было согласовывать, так как там моя самая близкая подруга Оля Тараканова, и это всем понятно, и все истории, совпадения и прочее случайны. Экспедицию я согласовывала с одной своей подругой, а так там, типа, как с конем согласовать свой рассказ. Мне кажется, вообще это важно, что в моих текстах очень много таких существ, и у которых, ну, я даю им субъектность, придаю, поэтому как бы в реальности я реально не могу просто никак согласовать текстом, типа с тараканами, которые ползают на моей кухне, с плесенью, Блин, не будем об этом.
Ну, я вообще, я никого не называю по имени, только Варю. Варя там есть. Ну, вы все там есть. И кого-то еще. А, и в кошках-хорошках имена не до конца поменялись. Вот. Я один раз столкнулась с тем, что я написала рассказ, я отправила его согласовывать, и просто этот человек сидел и вот так вот крутился на стуле, и очень много несчастья чувствовал, а потом сказал «да, да», и все, и потом этот же человек сказал «пиши, что хочешь про меня», и поэтому в Драгонетах есть про этого человека. И я хотела отправить, показать этот текст. И она сказала, не-не, тебе можно все что угодно писать про меня, но я думаю, что когда она прочитает это, у нас будет очень серьезный разговор. А так, я даже не думаю, что вы там поняли, где про вас, где не про вас. Я вспомнила очень смешную историю, ты рассказывала мне ее. Про стереотипы о писательницах, что когда-то твои друзья ссорились при тебе и сказали, Маша, ни в коем случае не описывай это, пожалуйста, в книге. Да, один только работающий. Да, вот как раз про Драгонеты упомянула ты и... Чтобы вот продолжить, отталкиваясь от этого, такой вопрос теперь связанный с, ну, как бы с тем, что называется отсылками. Но об этом говорили уже вот на книжном клубе. Ну, там не все были, во-первых. А во-вторых, интересно было бы у тебя тоже спросить про это. Ну, понятно, вот именно рассказ «Драгонеты», там, очевидно, отсылка в названии к... Значит, книги Синеты Мэгги Нельсон, тоже изданные в издательстве No Kidding Press. Вот. Но при этом, как мне показалось, вообще во всей книге, ну, вот то, что мы называем отсылками, там, аллюзиями, цитатами, этого не так уж и много. И это по-своему тоже скорее, ну, скорее редкость для того, что мы считаем обычно под автофикшеном, потому что чаще вот в, ну, по крайней мере, ну, наверное, в наиболее известных, наиболее читаемых книгах автофикциональных вот какое-то обращение к другим текстам — это вот очень важное, и такое именно прямое обращение, прямой диалог. Это очень, ну, через эпиграфы, через вот какие-то, какой-то анализ. Это вот постоянно очень у многих писателей, писательниц появляется. У тебя, как мне показалось, этого не так много, но, и, ну, соответственно, вопрос, так ли это, или если нет, то, может быть, какие-то вот что-то на скрытом уровне. И, ну и вообще в любом случае, но все равно же, конечно же, ну, нельзя писать вообще ни на что не опираясь. Все равно кто, какие писатели, писательницы, так или иначе, может быть, не прямо, но косвенно влияли на тебя, может быть, даже не обязательно писатели, писательницы, а какие-то вот феномены, явления литературные, или тоже не обязательно литературные, может быть, просто артистические, художественные, как они вот тоже, может быть, влияли на тебя при написании этой книги. Вот. Да. Ну, почти в каждом названии есть отсылка к чему-то. Например, ну, Санта Дыня — это типа как Санта что-то. Ну, не знаю, что. Да, Санта Мария. Ну, не Санта, может, и Санта Барбара. Я уже не помню, но... Ладно. Мы не будем об этом. Кошки-хорошки. Однажды я услышала слово «хорошки», когда я выступала здесь со своим текстом. Меня выложили в сторис и подписали, что я хорошка. Я выучила это слово и подумала, какое хорошее слово. И решила его использовать, а потом оказалось, что хорошка — это наполнитель для кошек. Вот это да, я тоже не знала об этом. «Веселая компания» — это кусочек из песни, про которую, которая используется вообще в рассказе про тараканов.
И мне хотелось добавить эту песню, потому что это, наверное, самый лирический рассказ, в том смысле, что в нем мало шуток, мало веселья какого-то, и просто хотелось как-то это немножко добавить абсурда. Плюс один, так часто говорят, не знаю, в театральной среде, среди светских людей, когда кого-то берешь с собой. На вот. Вечеринке. Да, это к этому. «Рыба моей мечты». Есть такая песня, типа «Ты рыба моей мечты». А раньше появилась песня или интернет-мем «Ясь», если кто-то еще такой помнит? Я не помню, что было раньше, песня или мем «Ясь». Неизвестно. Почему ты так думаешь? Неважно, все. Не будет этого спора. Не будем тут спорить. Драгонеты, да, синеты, а внутри рассказов, ну, что тут сказать? Я не помню уже. Нет, ну вот в «Кошках-хорошках» есть обращение к книжке французской. Ну, Натали Леже, есть это обращение. Да. Но больше нет. Оно скорее, да, исключительное такое. Ну да, но в смысле в «Драгонетах» есть цитату из Туви Янсен, ну. Из фильма про нее. Но мне нравится смешивать какое-то массовое, потому что эта песня про тараканов, она детская. Я пела ее в школе на уроках музыки. В экспедиции, мне кажется, ничего нет. В Санта-Дыне тоже. Ну, что-то есть, но что... Нет, вот это как раз, мне кажется, даже мне в каком смысле это даже понравилось. Ну, не то, чтобы мне не нравится, когда слишком много цитат и отсылок, но просто как-то уже это так привычно, что вот, да, ты открываешь книгу, ну, вот, которая так или иначе вот, да, связана с автофикциональным, там, вот чем-то таким, и, ну, ты понимаешь, что обязательно там будет такое вот путешествие по вот такой читательской биографии, вот что-то такое. Ну, а смотри, здесь этого нет? Но кажется, что я не очень умная сейчас. Нет, почему наоборот? Нет, подожди, ну, конечно, в каждом тексте есть много отсылок, просто сейчас я не готова. Я плохо готовилась, я не могу их назвать, но их много. Хорошо, тогда. Всё, я защитилась. Наоборот, кажется, что ты очень умная, тебе настолько не нужно демонстрировать нам читательскую биографию. Наоборот, всегда, чем меньше отсылок, тем умнее это письмо. Там правильно? Есть отсылки. Да, нет, конечно, есть. Но мы... Это был не ироничный комментарий. Мы отойдем от этой темы и перейдем к теме дружбы, пока она не разрушена. Ты говорила, что написала сборник про дружбу, что очень много рассказов посвящены дружбе, и с твоего позволения я зачитаю фрагменты из твоей книги, да, чтобы давай. Очень коротенький, чтобы задать вопрос и чтобы снять напряжение. Наступил мой день рождения. В этот день мы возвращались из экспедиции в Москву. Дружба — это всегда дистанция, она только крепнет от расстояния и разлук. Так что я села в самолет и спокойно полетела. Я знала, что конь точно найдет, чем занять себя, и всегда будет ждать меня, а я его. И у тебя очень много в конце рассказов вот таких вот как будто бы отступлений, в которых уже говорится очень как-то прямо, очень честно про дружбу. Мне кажется, в конце «Драгонетов» так. В конце, может быть, «Кошек-хорошек», вот в этой великой сцене, где все извергается. И видно, что в каждом рассказе дружба как-то осмысляется, это какой-то новый виток, какой-то новый шажок, который ты делаешь. И очень, в общем-то, интересно про это твое дружеское путешествие, почему ты написала именно об этом. Хочешь ли ты еще что-то говорить про дружбу, или эта тема как бы для тебя закрыта, как для писательницы? И что ты вообще в итоге поняла про такой странный, но необходимый феномен, как дружба? Пожалуйста. Ну да, на самом деле этот сборник помог мне завязать с дружбой. Да, реально. Ну, дружба — это, конечно же, центральная вещь в моей жизни, и я все время чувствовала какую-то утрату дружбы, потом возвращение дружбы, потом снова утрату. И это были мои основные переживания. И
вся эта романтическая любовь, она была где-то фоном. То есть она все время была и казалось, типа, что это в центре, потому что это любовь. Но на самом деле мои друзья были рядом, и, ну, когда я писала этот сборник, я понимала, насколько это было важнее, чем вот этот так называемый центр. Вообще деление на центр и периферии — это полный бред. Такая идея, она нам не подходит. Вот. Да, мне больше не хочется писать про дружбу-дружбу, и это правда, эта тема закрыта. Что я поняла, я просто успокоилась, потому что раньше у меня было много тревог, в основном из-за дружбы с вами. Я все время страдала от того, что то вы любите меня, то вы не любите меня, то вы много со мной общаетесь, то немного общаетесь. И были и другие друзья, с которыми у меня были такие же вопросы. И я решила, я просто напишу об этом, потому что как бы просто к вам подходить и говорить, типа, вы что, ненавидите меня? А я вас ненавижу. У нас был такой момент с вами. Но в целом как-то не хочется выяснять отношения. Я не люблю этого, и мне проще написать. И это поможет. Когда-то ты говорила, что наоборот очень мечтаешь о том, чтобы люди открыто проговаривали конфликты и очень хочешь конфликтовать. Я помню такой разговор, мы еще придумали приложение типа Тиндера, но оно наоборот соединяет людей, которые хотят поссориться. Вот, кому это нужно как-то вымещать. И ты говорила, почему никто не ссорится? Но сейчас ты говоришь, что не любишь конфликты. Может быть, эта книга — это тоже какой-то способ, ну, проговаривания вот этого всего, того, что очень часто не проговаривается в дружбе, потому что дружба как бы не для этого, не для конфликтов, а наоборот для там только радости и крошек хороших. Я со всеми ссорюсь все время, со своими друзьями. Но, да, но... Я не люблю все вот эти выяснения отношений, типа, а как ты думаешь, мы близкие друзья или нет? Если я у тебя так спрошу, что ты почувствуешь? Вот, и проще просто написать, типа, о, я не знаю, мы близкие друзья, может быть, нет. И в процессе я пойму, ну, да, не будем об этом. Вот, но о чем ты говорила? Про конфликты и дружбу, но я думаю, что эта тема исчерпана. Да. Не знаю. А у тебя есть любимые книги про дружбу или которые как-то репрезентируют то, как ты понимаешь? Салли Руни. Конкретная Разговоры книжка. С друзьями. Всё. Но это база. На этом разговор заканчивается. Я передаю микрофон кому-то, кто говорит дальше. Маша, а почему твоя книжка такая маленькая? Потому что хорошие книги должно быть всегда немного, чтобы, знаете, это как дорогая еда, которую ты не можешь съесть много, и поэтому каждым кусочком ты наслаждаешься. Вот такое у меня отношение к своей книге. Ну, а если говорить о практической части, ну, просто сложно писать много. Видишь, я 100 лет уже пишу свой роман, и я допишу его, так как я сказала об этом сейчас всем вам. Будет таким же маленьким. But. Я хочу больше, понимаешь? Ну, мне не хватает. Ну, в этом идея, что типа тебе всегда не хватает. И отношения, идеальные отношения в том, что вы всегда ощущаете нехватку друг друга. Вот у меня, кстати, с тобой такие отношения. Ты писала в одном тексте как раз, что все бесконечно, что все конечно, кроме желания. Мне кажется, мы сейчас как на групповой терапии побывали. Просто наши психотерапевты — это те, кто сидят в зале, да. Молчаливые. Маша, ладно, кроме шуток, скажи, пожалуйста, если эта книга, твой ребенок,
то какой бы ты хотела ей судьбы читательской? Может быть, каких-то конкретных читателей ты хотела, ты представляешь для нее? Может быть, какие-то конкретные места, где ты бы хотела ее презентовать? Вот как бы ты хотела, чтобы сложилась жизнь этой книги? Я бы хотела, чтобы, во-первых, давай мне книгу. Я бы хотела, чтобы, во-первых, был дополнительный тираж, во-вторых, вот эта полосочка серовато-розовая была более розовой. Я бы хотела, чтобы здесь был блёрп, это и гель. Я бы хотела, ну да, чтобы она была переведена на разные языки, например, на корейский, потому что в Корее почему-то очень популярны, не помню что, но что-то популярное. И у них есть запрос на русскоязычные тексты. Вот. Так что я надеюсь, что все так и сложится. Но, если честно, я не представляю, кто читатель этой книги. И это был для меня большой вопрос и большая тревога, что типа, а что, если меня обманывают? Что, если вы мне говорите, что я хорошо пишу, потому что мы друзья, или потому что ваш вкус отличается от общепринятого вкуса? Было много таких тревог. Нет, это не вопрос, это мысли вслух. Мне кажется... Да, 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 появилось. Когда появились люди, которые стали мне писать, просто я не знала, кто они, и они писали мне, что прочитали мою книгу, что им понравилось, они цитаты мне присылали из книги, что-то спрашивали, я думала, вау, я сама не так как будто внимательно многие тексты читаю, как они прочитали, и это было очень ценно. В общем, хочется, чтобы все, что ты пожелала этой книге, сбылось. Мне кажется, мы потихоньку завершаем нашу дискуссию, ну, именно нашу, пятером, и передаем слово залу. Но у нас такой необычный формат мы придумали. Мы решили, что лучше, чем Маша и мы, на вопросы может ответить книга Маши. Поэтому мы предлагаем всем тем, кто будет задавать вопросы, вместе с вопросом назвать страницу и строчку, и книга ответит. Сначала книга ответит, а потом Маша ответит. Вот. Это такой... может быть любой вопрос. Да, это может быть любой вопрос. Типа, сколько звезд на небе? Давайте я спрошу тогда первое. Маша, скажи, пожалуйста, как ты работала с издательством и с редакторами? Насколько было комфортно это взаимодействие? И как вообще вы создали эту прекрасную книгу? Страница 50. Страница 50, строчка вторая сверху. Даша, прочитаешь? Нет. А в туалете я поплакала 10 минут, потом вернулась. Ну да, ну знаете... Я на самом деле никогда не плакала из-за работы над этой книгой, именно с издательством. Так-то, наверное, плакала, конечно. Это же очень грустный текст на самом деле. Ну что мне сказать? Мы довольно долго ее редактировали. 2 месяца. Все, что еще сказать? Пошла в туалет, поплакала, вернулась. Ну, да. А вы сказали, что у вас не было какого-то конкретного понимания о том, кто ваши читатели. И я хотела спросить, сейчас сложился какой-то более понятный образ? Страница 17, строчка 3.
прочитаю всю фразу. Они поскорее повели меня от пруда в противоположную сторону, в парк через дорогу. Представляешь своих читателей? Они побежали по парку. Да, все так, да. Тут даже нечего больше сказать. Ну, то есть, я вижу, как появляются какие-то люди. Я поняла, что в целом аудитория на Kidim Press, она сочетается с этой книгой. Раньше я думала, что, ну, не факт, ну, это, не знаю, не книга про феминизм, это не книга, которая исследует гендерную идентичность. Ну, это не Поль Пресьяда, будем честны. Вот. Но, насколько я понимаю, это что-то другое, но тоже неплохое. Вот. Но реально, читатели ведут меня, когда я узнаю, кто прочитал эту книгу. Сложно. Ого, и так тревожно в целом спрашивать, ну еще и тут такое. В общем, не знаю, у меня от вашей книги, во-первых, она прекрасная, спасибо вам за нее большое. А во-вторых, у меня от нее было такое четкое ощущение, что мне как будто бы моя подружка, но какая-то хорошая, которой мне хочется слушать ее сны, рассказывает свои сны. И вот во снах такое ощущение, что как бы образы, которые там появляются, они появляются абсолютно рандомно. И поэтому хочется спросить, вот те образы, которые, ну, мифическая часть ваших рассказов, то есть там драконы, тараканы, как они у вас появляются, как вы их придумывали, потому что, может быть, они связаны с, как-то напрямую с той частью, которая связана там с вашей жизнью, или чем-то вы вдохновлялись. Ей невозможно противостоять, с ней невозможно бороться одной или одному. Во-первых, спасибо большое, это очень хороший вопрос. Во-вторых, спасибо, что вам понравилась книга и что вы ее прочитали. А если отвечать на вопрос, то, конечно, я от чего-то отталкивалась. Просто есть очень хороший пример, но из-за того, что я подписывала договор о конфиденциальности, я не могу его рассказать, потому что это будет, ну, неправомерно. Вот. А так были какие-то вещи, от которых я отталкивалась, но действительно иногда приходило что-то рандомное в голову или сочетались вещи, как во снах, которые не должны были сочетаться. То есть вот однажды я правда приготовила грибной соус, и потом я забыла про него. И через 2 недели я открыла, а там плесень. И я подумала, о. А с другой стороны, когда-то давно у меня правда была подруга, у которой случился выкидыш, и это все как-то соединилось, и получился такой текст. Про драконов, там, наверное, посложнее. Просто однажды я вспомнила про такое явление, как дракон, и я очень увлеклась драконами, я читала про них, смотрела фильмы, просто изучала вообще, как они появились. И, ну, и в каком-то смысле, не в каком-то, а я просто
как-то случайно тоже сравнила их с друзьями, потому что много тогда думала о дружбе и чувствовала, что теряю друзей, и так это тоже соединилось. Ну и с другими текстами тоже какая-то похожая история. Какая твоя писательская рутина? 70 вопросов от Vogue. Ну как ты вообще пишешь? Я помню, ты рассказывала, что ты работаешь full-time, насколько я знаю, и у тебя много других дел, а писать — это такая большая задача. И вот очень интересно, я помню, ты рассказывала, что когда я редактировала эту книгу, редактировала ее там по ночам, и все это было очень тяжело, ну или глубоко вечером, не помню. Это было очень тяжело, и такой вопрос про труд. Как ты пишешь, сколько, ну как бы, сколько ты зарабатываешь? Нет, вопрос про труд, какая твоя вот писательская практика? Потому что, мне кажется, всем писателям и писательницам, только писательницам, это должно быть актуально. 39, первая сверху строчка. Первым, что я увидела, были несколько пропущенных звонков от научной руководительницы и десяток сообщений от нее же. Это правда, книга все ответила так, что, ну, иногда мне... Это даже не была жертва, потому что я как будто много говорила, что для меня писать как дышать, и это мне гораздо легче дается, чем какая-то рутинная работа, какие-то задачи с пометкой «срочно», и поэтому я часто опаздываю. Я недавно проспала презентацию своей книги. Сейчас я тоже чуть не опоздала и пришла там за 3 минуты до начала презентации. Мое письмо всегда было приоритетом просто потому, что я так чувствую, и я не могу по-другому. А рутина? Раньше у меня была такая рутина, что ночью, знаете, бывают такие приступы отчаяния, я не знаю, бывают ли они у вас, и когда они начинаются, нужно что-то делать, я обычно писала, и в основном тут тексты написаны таким методом, редактировала я их уже днем, и это скорее было мучительно, но ты права, Настя, я редактировала этот сборник, чтобы отправить его главной редакторке No Kidding Press неделю, каждый вечер по 5 часов после тяжелого рабочего дня. И после этого, мне кажется, я еще неделю лежала и говорила, что все, я больше никогда не встану с кровати. Кровати. Про шутки. Ну, давай про шутки. Да, про шутки. Вот, ну, Маша сама сказала сегодня в начале, что ее рассказы стали смешнее, как ей кажется. Хотя, на мой взгляд, они изначально были очень смешные. И вообще у Маши много талантов. То есть она могла бы, ну не знаю, быть и комикессой, я считаю, в другом каком-то просто другой реальности, может быть, или просто в другой варианте своей судьбы. Но скорее, да, мы хотели спросить, задать тебе вопрос. Вот нам тоже кажется, что рассказы очень смешные, там много таких очень ситуативных шуток. И вот нам интересно, как вот этот процесс именно придумывание шуток происходит, вот они как-то вот являются тебе ну, неожиданно, или ты их как-то продумываешь, панчи, вот это вот все такое и так далее, либо ну есть какой-то свой метод, вот. Да, значит, страница, значит, 108, значит, строчка 8 сверху.
Я наблюдала за ними, все в них было хорошо. В твоих шутках. Спасибо за этот вопрос. Для меня писать — это как, не знаю, вышивать или вязать. И в какой-то момент нужно завязать на узелок, когда ты заканчиваешь что-то. И когда я заканчиваю абзац, мне нужно его как-то завершить. И вот этот панчлайн, который там есть, это и есть этот узелок. И, не знаю, он сам приходит ко мне, наверное, потому что я так чувствую язык. Такой ответ. Твой вопрос, хочешь ты его спросить? Вопрос следующий. Маша, напоследок скажи нам, что делает тебя счастливой как писательницу и как человека? Сначала как писательницу, а потом как человека. Страница 91, первая строчка сверху. Но дети мне были ни к чему. Я думаю, все понятно. Как писательницу, ну вот что у меня вышла книга, когда я пишу просто, я очень счастлива, потому что сейчас я вообще не пишу. И я думаю, поэтому у меня депрессия, и я пью много разных таблеток. Что еще? Ну просто, когда я чувствую, что мой текст хорош. Это большая радость, и когда я заканчиваю свой текст, это просто вообще. И когда я перечитываю текст и думаю, он не нуждается в редактуре, это бывает очень редко. Или когда я читаю старые комментарии в Google Доке к своим текстам, которые я сама написала, и они меня веселят, потому что там часто типа, ой, ничего не поняла, Маша, так больше нельзя. Вот такие какие-то. А как человека, мой кот, дружба. Еда, деньги. Кажется, на этом все. Путешествие. Ну, такая база, basic, я бы даже сказала. Но это не страшно. Маша, Автовирус, спасибо вам большое. Да, у меня вопрос такой. Маша, ассоциируешь ли ты себя с какими-то писателями или писательницами? Типа ставишь ты себя в ряд, ну знаешь, типа вот моя книжка вышла, и я ориентировалась на того-то, и теперь мне приятно знать и видеть, что вот они все вместе там в пантеоне, я не знаю чего. Страница 88, строчка 8 сверху. Даш, строчка такая, веселая компания. Это название рассказа, но да, я чувствую себя веселой компанией. Я не чувствую, что я в каком-то ряду, то есть я понимаю, какие истоки у моих текстов, очень хорошо понимаю. Я могла бы, не знаю, нарисовать какую-то таблицу, потому что сейчас будет сложно сказать, кто за что отвечает, и иногда я сама не понимаю, иногда я просто перечитываю какие-то книги и понимаю, ого, это похоже на меня, я даже не думала об этом, это как-то впечаталось в мое подсознание, как и все, видимо, так как это правда похоже на сны, я тут какими-то абстракциями про узелки говорю, вот. Так я надеюсь, что просто я стою в одном ряду с теми, кто еще не дописали свои книги, с теми, кто скоро опубликует свои книги, или с теми, кто только опубликовал свои книги совсем недавно или дописал. И эти люди, они как эти цыплята, которые только пробили скорлупку. И я просто с ними пока не знакома или не до конца знакома, чтобы понять. Вот. Ну и с Автовирусами я в одном ряду.
роман будет про работу и деньги. Он не будет похож, это жанр реализм, потому что я хочу попробовать себя во всех жанрах, кроме детективов. Автовирусы, у меня к вам вопрос. Вы любите читать? Иногда да, иногда нет. А почему ты спросила? С какой целью интересуешься? Да. Люблю, но иногда устаю. Спасибо. Спасибо всем, что пришли. Спасибо за ваши чудесные вопросы, за ваш ответ на мой вопрос. Спасибо, Даша, большое, что ты все организовала, и ты вообще святая, и я догадываюсь, сколько работы ты делаешь. Даша представляет издательство «Науки Идем Пресс», Даша Митякина, она просто великая, я все время говорю всем, цените Дашу, просто все ценят Дашу. Вот, ну да, все, наверное, да ведь? Кто-то еще хочет что-то сказать? Нет? Тогда все. Спасибо большое. Хороших выходных!